Привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей, и сегодня я буду тестировать новый мужской аромат от компании Faberlic. Поэтому, если вам интересно, понравится аромат мне или нет, оставайтесь со мной до конца, и всем приятного просмотра. Ну, а прежде чем мы начнем просмотр, хочу попросить тех, кто смотрит мой канал без подписки, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, ну и желательно предыдущему, и напишите свой отзыв и комментарий, понравился ли вам данный обзор или нет. Ну а мы начинаем. Ну и для начала давайте посмотрим, что же пишет нам компания про этот аромат. Скорость, драйв, адреналин. В общем, так и называется аромат — адреналин. Вот, адреналин. Основные ноты аромата — это зеленый грейпфрут, шалфей, кофе, ристретто, боже мой, не подготовился я, надо было подготовиться, не смог прочитать, что это за кофе такое, напишите в комментарии. Первый раз слышу, ристретто, боже мой. В общем, аромат древесно-ароматический, гурманский аромат, вот, терпкий зеленый грейпфрут с бергамотом накрывают волной адреналином перед решающим стартом. Пряный шалфей дарит смелость рисковать на поворотах и быть на шаг впереди соперников. Ну, в общем, я не знаю. Аромат адреналин. Очень уже хочется его попробовать. А, как всегда, пробовать я буду этот аромат с пробника. Не хочу рисковать. Уже просто некуда девать все эти ароматы. А пробовать я буду по традиции этот аромат с пробника. Уж если понравится, тогда будем брать с вами полноразмерную версию. Поэтому давайте начнем непосредственно за тест. Тест-драйв, как говорится, да, раз уж они расписывают этот аромат про скорость, про гонки, тогда мы будем с вами его тест-драйвить. Слушайте, первое впечатление меня куда-то понесло, раскорежило, как, знаете, как в гонках, раскорежило. Я не могу ничего сказать, я в растерянности. Сначала показалось, я на руку наношу, потому что, ну, это мужской аромат, будет очень интересно его и на теле посмотреть. Слушайте, интересная нота. Мне нравится. На руке очень резко. Ну что, тестировать, как говорится, на полную катушку, друзья. Обязательно его проношу, этот аромат, в течение дня. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно же, с полноразмерной версией было бы как-то интересно, но ладно. Вы знаете, на руке этот аромат резкий. Мне абсолютно не нравится этот запах. Я не знаю, как-то железом каким-то пахнет. Но вот ощущение, как будто ржавчина металла какого-то. Терпкий такой аромат. На бумажке он шлейфом, когда я его разгоняю, он более приятнее ощущается. Мне надо все-таки его будет сейчас поносить, посмотреть. А так, в принципе, я пока в раздумьях. Давайте дадим мне время в течение дня, и я дополню свой отзыв уже в конце этого видео. Ну что, вот и заканчивается рабочий день. Я наконец-то дома. Как и обещал, я с этим ароматом походил, поносил, и мой вердикт такой. Ставлю из 5 всего лишь 1 балл, потому что аромат мне
не понравился. В первую очередь он не понравился мне по стойкости. Аромат буквально в течение часа-полтора, наверное, улетучивается в ноль. То есть я его не слышу ни на теле, ни на одежде, ни на чем. Не знаю, что, почему, но такое, к сожалению, бывает. Может быть, я ошибаюсь, но на самом деле и мои клиенты, и знакомые в течение дня я спрашивал, никто не слышит этот аромат. Но когда я его наношу, аромат, знаете, сначала он довольно такой резкий. Сейчас у меня пробника нет, я его где-то потерял во время всех этих экспериментов. В общем, аромат на самом деле для меня резковатый, терпковатый, но потом он немножечко открывается совсем по-другому, но я все равно ему ставлю единицу из 5 баллов, потому что стойкость нулевая. Ну, мне так, по крайней мере, я так ощущаю. Вот, поэтому, к сожалению, за тест аромат не прошел. А вы напишите свой отзыв, кто этот аромат попробовал с пробника. Может быть, вам он понравился. Может быть, на вашей коже этот аромат долго проносился. Будет очень интересно почитать и ваш отзыв. Но я этот аромат своим клиентам рекомендовать не буду. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И до встречи в следующих обзорах. Всем пока-пока. Пока.